Средневзвешенная стоимость квадратного метра в строящихся домах Нижнего Новгорода за май 2014 года подорожала почти на 1200 рублей и составила 60 245 рублей за квадрат. Такие данные приводит гипермаркет недвижимости. Наибольшее удорожание было отмечено в последнем весеннем месяце в Нижегородском районе. Здесь цена квадратного метра увеличилась на 6200 рублей. В новостройках Московского района, наоборот, зафиксировано снижение стоимости, которое составило около 800 рублей. Что касается готового жилья, то в Нижнем Новгороде стоимость квадратного метра в среднем выросла всего на 162 рубля. Тем не менее, в Приокском и Московском районах города рост составил чуть более 1000 рублей, а в Нижегородском отмечалось снижение на 830 рублей за квадрат. Кстати, по данным компании Knight Frank, за первый квартал 2014 года цены на жилье в России росли очень медленно. Увеличение составило всего 2,3%, тогда как в ближайшей к нам Эстонии этот показатель составил 16%.